Ксения Бородина наехала на беременного мужчину. Ведущая «Дома-2» повергла в шок фотографиями, опубликованными в Инстаграм. На снимках мужчины, больше похожие на женщин, шагают по подиуму, демонстрируя беременный животик. Это что вообще? Беременный мужик на подиуме? А когда-то мужчины были против, чтобы женщины брюки носили. А теперь вот такое. Я все понимаю, эпатаж и все дела, но это уже просто ни в какие рамки. Пишет возмущенная Ксения в блоге. Фолловеры Ксюшу поддержали, сказав, что смотреть на это просто невыносимо и отвратительно. А что вы думаете по этому поводу? Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!